поздравляю вам. Счастья, любви, здоровья, всего самого-самого хорошего. Василий. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Это первые собственники, которым вручили заветные ключи. Эмоции переполняют, улыбка не сходит с лица. И вот долгожданный момент – знакомство с новым домом. Вот наша квартира. Долгожданная. Долгожданная – не то слово. На социальную ипотеку семья Юнусовых подала еще 4 года назад. И вот этот день настал. Большая, чистая, светлая, трехкомнатная квартира. Хозяйка уже обдумала, как обустроит каждый уголок. Это будет наша спальня, там следующая комната. Детская. Побольше комната детям. Так что у вас дети. Детишки двое. 69 квадратов принадлежат только им. Две полноценные спальни, родительская и детская, большой зал, уютная кухня и компактный санузел. Мечта превратилась в реальность. Очень рады. О новой квартире давно мечтали. Ну, на первый взгляд, пока все устраивает. Надо сейчас посмотреть, все ли работает. Все проверить. Все светло, обои очень красивые, светлые везде. Заселение проходило в течение всего дня. Собственники могли выбрать удобное для себя время с 9:00 до 17 часов. Ключи получены, дальше новоселов ждут приятные хлопоты. Ремонт, обустройство и переезд. В этом доме реализуются сразу две республиканские программы. Это соципотека и программа обеспечения жилья для сотрудников предприятий. На данный момент разыграно 117 квартир из 120. В свою очередь сейчас ожидает дом по улице Табиева 1. Строители планируют заселить его уже в ближайшее время. Скорее всего, свои заветные ключи новоселы получат на следующей неделе. Алсу Арсланова, Ренат Харасов, новости НТР.